Привет всем, кто следит за ставками на intelbet.ru. Мы с вами в Лондоне. Метров 500 осталось до Стэмфорд-Бридж, стадиона, где Челси принимает Пари Сен-Жермен в среду вечером. Ну, какие могут мысли по этому быть матчу? Простые. Челси, безусловный фаворит. И дело даже не в том, что именно здесь, на этом стадионе, на Стэмфорд-Бридж, год назад, в четвертьфинале Лиги Чемпионов, Челси смог отыграть фору в два мяча после парижского матча. Просто Челси сейчас настолько заточен на результат. Челси — это команда, которая не допускает в судьбоносных матчах каких-то поблажек для себя. Поэтому думаю, что ставка будет так или иначе на Челси, просто еще несколько сот метров, и мы поймем, какая именно. На самом деле себе думать нечего, что за ставку выбрать. Челси за этот год, после того самого матча против Пари Сен-Жермен, стал гораздо сильнее. И Челси не может в этот раз позволить себе какой-то осечки в Лиге Чемпионов, тем более на такой ранней стадии. Он просто сильнее, он просто должен выиграть, поэтому наша ставка на матч Челси-Пари Сен-Жермен — победа Челси. Ну а то, что все билеты проданы, я думаю, говорить вам не стоит, так понятно.